Бумага и погнали, кто забирает. Три раза до победы. Окей, погнали. Раз, два, три. Один, есть. Раз, два, три. Два. Не-не-не-не, у него уже два. Тут уже все сломает. Ну да. Ну давай, не, если кайф, то все без проблем. Раз, два, три. Неожиданно. Не, ну просто раз. Вот как выбрано, вот так. Если нет, то я просто решил успеть. Мы не будем успеть. Я не знаю. Я не знаю. Все, отлично. Все, все рады. Все. Я научился считать. Я научился считать. Вот, ребятки, а что, у нас тут еще по времени куча всего заготовлено. У нас каша тут скоро на подходе будет смешная музыка. Если вы, конечно, не готовы. Готовы к кашину? Да, чуть это не готовы, да. Давайте я вот дальше сейчас подниму микрофон, и я все снимаю. Можно начать еще раз делать? Да, держи. Раз, два, три. Отлично, пошли. Не подает, а у нас раздает. Не, вот
Давай!
Наслаждайтесь, фоткайте и дайте шуму этому парню. Отлично. Так, двигаемся далее. Насколько я вижу... ...фестивали, которые стараются для вас, собирают вас, строят здесь звук, сцена, ограждают парковку. Аплодисменты! Отлично. Так, ну что, у нас моя красивейшая серая Альтеза на пневме, на эквипах. Все как надо. Круто, вкусно, ярко. Хорошо, мне тут сказали, что нужно обязательно проговорить, что у нас в подарок тебе, брат, идет протокол 12.5.1 сразу сходу, если что. Все, поднимайся, там вот лесенка есть с той стороны, да, поднимайся к нам. Давайте пошумим хозяину, наикрасивейшая Альтеза. Номинация, студент. Самое главное, стойте аплодисменты, вы говорите сами себе, ребят, не забывайте про это. Скоро вы заедете все, поэтому не жалейте рук, аплодируйте, кричите, свистите. Вы сами делаете это для себя, не забывайте про это. Эстетика! Так, стоп. Мы тут все где собрались? Давайте все вместе. Лерой! То, что мы дружим, это ничего не значит. Все. Так, есть. Подарок Тези вручили. Двигаемся далее. Калуга, ваш выход. MX5 ваша. Погнали. Ну красота!
Слушай, машина безумно красивая, но я понимаю, что я себе никогда такую не куплю, потому что я в нее не влезу просто. Брат, красавчик. 12-5-1, сразу, сходу. Наслаждайся. На всякий случай, они втроем приезжали на ней. Он, жена и маленький ребенок. Вот такой. Примерно 4500. Отлично, отлично. Слово, конечно, держи, родной. Да, да, здорово, все, спасибо, ребят. От соседей, от Калуги. Эркин, поддержка, семья. В общем, очень круто закрыли сезон. Тусовка хорошая. Добротная, ламповая. Сегодня всех увидел, пообщался. Здорово. Очень приятно. Ага, и поближе. Аплодисменты Калуге! Калуга! 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 Тут еще есть для тебя подарочки, подожди. Все-таки, ребят, важный момент. Каждое мероприятие проходит с поддержкой, с поддержкой того или иного партнера. И в данном случае партнером фестиваля является у нас IRF Detailing, ребят. Это Москва. IRF Detailing, это же Москва, правильно? Ну, конечно, кстати, ребят, от нашего детейлинга то, что мы даем наши пакетики. В принципе, ну, наверное, многие были здесь на эстетике, все и так знают, что за пакеты мы даем. Но в целом, еще раз расскажу. В нашем пакете есть набор для ухода за экстер... Пакет тяжелый реально. Пакет наполнен, это классно. Пока мы тут разговаривали, у нас Гитина и красивейшая подъехала. Хозяин Гиты, где ты, брат? Вот, брат ты мой лысый. Отлично, дайте пацану шума. 12-5-1 вручаем. Давай, слово. А что говорить, вопрос какой был? Мероприятие отлично. Жаль, что очень давно не было. Очень долго ждали. Прям ностальгирую по тому времени, когда я в первый раз сюда приехал, и оно было именно здесь, а не в той стороне. Все, организаторам большое спасибо. Все, красавчик, пошумите, парни, наикрасивейшая гида у него. Ну что, двигаемся дальше. Все так же, стенд. У вас Audi безумно низкая. Безумно красиво. Сейчас мы тебя пропустим сюда, чтобы люди заценили твою тачку. А что у нас в огороде тут имеется? Нет! Нет? Ну, брат, да. Ты во главе, я бы даже сказал, этого всего. Он не может уехать, потому что подарки не успевает погрузить. Это кайф, когда классно. Заботятся о своих топах, награждают их. Участники. Первое, что на есть фестивале, это участники. Главное, не маяки. Давайте, ребят, пропустим. Все, приветствую, ребят. И аплодисменты непосредственно вам, друзья, участники, владельцы автомобилей. Ну что, у нас наикрасивейшая аудюха. Дайте шума владельцу. Да тут все автоматически, классно, круто. Мне больше всего нравится, что у него на заднем сиденье детское кресло имеется. Это прям вот топчик, это классно. Ну что, родной, давай, иди к нам. Давай, пошумите, ребят. Давай, пару слов фестивалю. Спасибо большое организаторам. Вот мы опять здесь собрались. Лерой, без дождя это не Лерой. Дождь долго ждал, терпел, и все-таки все произошло, все получилось. Еще раз большое спасибо организаторам, без вас ничего бы не было. Все, тут масса крутых тачек, как классное выражение есть, топов больше, чем самих топов здесь. Реально собрали крутые проекты, каждый, кто здесь присутствует из участников. Большой респект каждому автомобилю. Все, всем спасибо. Красавчик, давайте поаплодируем парню. Классно. Аплодисменты. Крутая аудиха, очень классная. Так, ну что, мы там двигаемся, я смотрю уже номинация рейс. Рейс, отлично. Гоночная аппаратура у нас тут на подходе. Если мне не изменяет мое зрение, то это, по-моему, Citroёn. Я палки пробаюсь. Да? Да. Я понял. Наверное. Сколько бы палок? Так, ну что, аудюху давайте пропустим. Как следует, по-шумимому. Умеем шуметь? Умеем, конечно.
номинация «Рейс», родной, мы тебя ждем, Citroën, давай, родной. Вот это гонка, давай, иди к нам, родной. Классно, классно. Ты так? Давай, пару слов о фестивале. Оп, оп, слышно? Всем привет. Здесь у нас автомобиль, который создан французами, которые многие недолюбливают. Но, тем не менее, эта машина уже со мной 4 года, и за все это время она ни разу меня не подвела. Вот, она пережила 2 гоночных сезона, мотор, коробка, все полностью до сих пор исправные. Вот, не буду каркать. Полностью все сделано своими руками, от подвески до обвесов, окрас, восстановление. Вот, на самом деле достаточно доступный автомобиль для трека. В принципе, все свои функции выполняет, и пытаемся побороться с сивиками и читерскими тазами. Вот. Класс, отлично, дайте силу, парни. Сразу, да, вот мне понравилась фраза, типа, побороться с сивиками. Сразу видно, что пацан не хандовод, он микрофон далеко держит. Я тебя обниму, брат. Так, двигаемся далее. Что у нас? Нам надо сказать пару слов про человека. Давай, скажем. Ребят, я думаю, что все сегодня заметили о том, что у нас здесь есть... Ну, понятное дело, то, что несколько претендентов, так скажем, но я бы описал их как, в принципе, субъект, это очень, наверное, грубо будет сказано, но реально субъект. Представитель Гоша Турботех, я вызываю тебя на сцену. Вы действительно очень крутые, он меня не слышит. Гоша Турботех! Ребята, давайте, Гоша Турботех, я вызываю тебя на сцену, представитель. Это самые мощные машины в России. Я думаю, что это будет достаточно заслуженно, если мы в целом не какую-то машину, а команду наградим за самые мощные машины. Тавтология, но только так. Окей, я даже не знаю, Кэдди назвать это сложно. Это скорее Кэдилак какой-то такой, знаете, гоночный. А ну что, родной, давай, мы ждем тебя, подкатывай сюда. Оп, чип. Вот если бы у Почты России были такие машины, доставки были бы намного быстрее, я думаю. Какая она красивая. Еее, дайте шуму! Кайф, отлично. В ливрее, на красивых тапочках, на жирных тормозулях. Круто. Давай, хозяин, ждем тебя сюда. Ты так, по-спортивному или по лесенке? Давай, по-спортивному. Красавчик. Ну что, 12-5-1 тебе вручаем. Сейчас протокол тебе выпишу, подожди. Протокол отдайте человеку. Вот. Ну, скажем так, заслуженно. Машина имеет очень много лошадиных сил, и не только. Она очень грамотно сбалансирована, собрана, готова сразиться в любых уровнях. Слушай, ну на самом деле, я смотрю, даже в мелочах очень круто. Там зеркала с кованого карбона, все как надо. Все по классике. Давай, пару слов, родной. Ток. Ну, изначально это фургон, и все. Больше от него тут ничего нет. Нет, по базе это R32. Но он на 11 сантиметров подлиннее. Мотор тут R32 турбо, 720 сил, 900 моментов. На кольце тоже можно ездить, подвеска стоит на ST 5-2 кольцевая. Привет полный. Дайте шума, реально крутой проект, очень круто. Давай, аккуратно. Ну что, у нас там дальше гольф стоит. Гоночный, да? Готов, родной, подъехать, показать себя? Слушайте, мне нравится вообще вот эта концепция вагов. Ну, типа, в основном гоночный у нас теперь присутствуют только ваги в стране. Бернал, зарплат. Хорош, класс.
надо, еще и на выхлопе, вообще. Давай, родной, на гольфе, подкатывай сюда. Ну что, народ, давайте встретим его как следует, пока вот катится он там, красивый такой, гоночный. На карбоновом капоте. Кайф, отлично. Давайте шуму хозяину. Перешел по лесенке, да, вы правильно? Давай, родной, 12 ходил лесенки, тебя ожидает, забирай. Пару слов. Да ничего, спасибо за награду, очень приятно. Первая награда на тачке. Очень классно, первый раз у вас здесь. Ну, мы посчитали, что это супер достойная машина награда. Теперь расскажи, почему именно. Блин, не знаю. А, просто это гольф, который по бабкам вкинуть еще один гольф. И типа, ну я люблю эту машину. Вот, поэтому она вот такая. Ну, на самом деле у нас такая концепция, что в баке мы не с выбором вообще даже не сравниваемся. Долго объяснять почему. Но конкретно этот экземпляр собран крайне грамотно. Это видно невооруженным глазом. Какой найти второй, наверное, крайне сложно. Все мы знаем, что ваги — это тупо однообразие, но не в этом случае. Поэтому поздравим нашего участника, победителя топ-3 рейс. Такие большие выставки, как здесь, сейчас, реально в Москве больше возможностей, это кайф. То, что люди понимают их и используют, это самое главное. Большое спасибо ребятам, которые собрали всех вас здесь. Давайте им чуть-чуточку поаплодируем, но не сильно. Не сильно, конечно. За то, что они на парковке торгового центра делают мероприятие. Ничего себе. Посмотрите, сколько вас здесь, сколько машин, ребят. Вы все пришли сюда за эмоциями. Это самое главное. Возможно, познакомиться. Возможно, просто пообщаться, увидеться с друзьями. И теперь аплодисменты каждому из вас друг другу, друзья. Естественно. У нас есть ребята, которые катаются по многим фестивалям. Электробус, вот эта машина от Шкоды, как она называется? Кадиак, все верно, она вот эта самая большая. Ребята на маленьких машинах без крыши и с крышей. Это Мазда у нас, ребята из Калуги, из Москвы, крутые тачки. В том числе вы видели крутые машины от Гош Турботех. Это у них стоит Ламборджини, ну ничего себе, честно скажем, да? Ничего себе, да? Понял. Ребят, давайте так уважать эту культуру, о том, что люди строят, идут дальше, развиваются. Тачки действительно крутые. Кто вблизи рассматривал и понимает, к чему ей стремиться, пожалуйста, это именно эти автомобили. Мы говорим в том числе о тех людях, которые делают что-то своими силами. Не забывайте про это. Мы стараемся, мы собираемся, общаемся. И я еще раз бы хотел, ну совсем чуть-чуть, сильных аплодисментов ребятам, кто это организовывает и делает. Лерой Стэнсмит, давай! Мы чем можем, помогаем. Вот это Антон, кстати, это мой товарищ Антон. Мы вместе с ним в основном трудимся и думаем о вас, тех, кто приезжает, пьет на эстетике. Как вы себя будете вести, как вы будете заезжать, как вы будете расселяться, как вы будете веселиться в том числе, да? И для нас важно, что такое люди, не забывать про это. И мы из всех машин хотели выбрать свой топ от эстетики, от города Воронежа. И мы выбрали, если можно, Антошенька у нас скажет, кто же получил топ от эстетики. Прошу прощения, не Антошенька, а Антон! Давайте шуму Антохе! Всем здорово! Ну, это топ от эстетики, но тем не менее, как бы у нас с организаторами сложилось одинаковое мнение, и мы решили выделить эту машину от эстетики. Но это не прямо от эстетики, это вот общий топ, скажем так. Вот справа от сцены в углу стоит Opel Astra серебристый. Это очень классный, на наш взгляд, проект. Так что подъезжай сюда, покажи свою тачку и получай награду. Так, давайте владелец Opel Astra синий. Да. Ну что, давайте встретим серый Opel, дайте шуму, народ. Мы не обратили внимания, аплодисменты!
Не, ну красиво, тапочки вообще отдельный респект. Конечно. Старая тачка, ее уже выкидывать пора, а ничего себе, да, как бы. Она получает топ от нас в наших глазах. Дайте шоу, аплодисменты, друзья! Ты можешь спереди залететь, мы тебе ручку подадим, конечно. Номера поменяешь, тогда будем в другой регион. Ну расскажи, ты долго строил это? 8-й год она у меня. Она не сгнила, потому что она в гараже тусит. Класс, что по спеку? По спеку есть что-то? Или сток полный? Ну, там апеллеводы поймут, короче. Морда от OPC, жопа от кабриолета полностью. Центра от купе. Кайф, кайф. Заморочился. Не, круто, это круто, это круто. Дайте шуму, народ. Реально собранная тачка, круто. Спасибо. Отлично. 12.5.1 тебе не вручили, но вручили классный вот этот такой подарочек от эстетики. Спасибо. Давай поднимай вверх, фотографируйся, снимай видео. Ребят, мы стараемся выбирать нестандартные автомобили, в которые реально вложена душа людьми. 8 лет владения. Парень 100% в ней жил. 8 лет, ну вы представляете? 8 лет. Кто-нибудь из вас катался на одной машине 8 лет? Да, если у вас не было возможности в кредит взять себе черри. Правильно, Антон? 100%. Аплодисменты еще раз ему за его посадку, друзья! За его машину! И ну сейчас, наверное, заключительные слова будут от организаторов. Я вообще хочу, знаете, у меня такое предложение. Ребята старались, ребята все делали. Я хочу увидеть на сцене всех организаторов. Лерой, Стэн Смит. Давайте, ребята, организаторы, идите ко мне сюда на сцену. Смит, поднимитесь, пожалуйста, на давайте, сцену, давайте, друзья. Ну что, пить? Беги! Давай, 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 давай. Иди сюда, иди сюда, иди ко мне. Ну что, ребят, вот эти вот парни, иди тоже ко мне сюда. Все. Да, главный заведующий. Вот эти вот парни сегодня для вас сделали этот. Как у смога, господи. Сделали для вас этот наикрутейший вечер. Дайте максимум шума. Шума, 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 давай! Брат, есть пару слов сказать? Стой, 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 стой. Вы, мне кажется, не очень сильно постарались. Давайте еще. Раз, два, три. Круто, круто, круто. Но он пока разговаривает там, он занят. У вас ведущий занят. Все нормально, меня с Кувкинку просто ликвидировали, как обычно. Вот, на чем остановились? На том, что ты что-то хотел сказать про... Я хотел, да, я хотел вам сказать, что я сюда приехал как минимум из Ростова. Я вам скажу, как это все началось. Пацаны устраивают мероприятие, я вижу, что реально крутой движ намечается. Мне пишут, типа, впишешься? Как нихер делать вообще? Вот, мой был ответ в личные сообщения. Произносить со сцены я его, к сожалению, не могу, но вот... А я могу! А ты можешь, да. Спасибо тебе огромное, родной. Короче, я безумно благодарен, что я приехал на это мероприятие. Движуха классная. Спасибо вам, что вы собрали всех наших эстетичных пацанов вместе здесь у вас в Москве. Мы реально круто отдыхаем. Дайте шуму организаторам! Давай. Ребята, еще честно, вот просто хотел спросить, вот вопрос толпы. Вот реально, здесь есть, вот пошумите сейчас, кто с нами уже там, ну, год третий, вот. Ребят, вопрос такой, мы выросли. Да, ты повыше стал на 20 сантиметров. Нет, я не про себя, подожди, я про сам фестиваль, про организацию и так далее. Да? Да. Круто, ребят. В следующем году будет еще масштабнее. Все объявим. Все круто. Вы нам очень нравитесь. Крутая, очень. Прям вот. Ну, грубо будет сказать, массовка. В общем, да, тусовка очень крутая. Бля, ты великолепный. Ну что, это кого? Это скучничек. Отлично. Все, классно. Ребята, реально, спасибо вам огромное. У меня вопрос теперь немножко к зрителям. Есть такое. Силы остались у вас? Есть? У нас как бы каша еще хочет. Ребят, еще прошу. Давай. У нас есть самый главный, самый старый идейник нашей тусовки. Дим, я очень сильно прошу тебя слово. Надо пошушукаться, видишь, а что сказать там, не знаю.
что-то придумать. Ладно, Бигги, ты ушел. Мы там, в общем... Что, у меня все, идти к вам? Ладно, согласен, брат, ну подожди, не могу. Как ты думаешь, что они там, типа, мы с 1876 года... Ну да, тут пенсия уже начинается. Что-то там такое, точно. Форт Т. Все, есть, можешь дать слово? Сказать. Давай, вещай. А мне громкий микрофон дали, походу, да. Вот общались сейчас с товарищами с мигалками. В следующий раз просто не бейте никого уехали. Больше. Да, пожалуйста, если этот человек здесь, сильно никого не бейте. Так он сам. Описываться очень сложно. Вот, если у кого-то что-то спросит, он упал. Да, ясен хуй. Вот. Так, конечно, много ничего народу не, было, не приехало. Никто ничего не видел. Прям как-то вот там вот пустовато получилось, там пустовато. Ну, на самом деле, я рад увидеть всех, кто приехал, даже с учетом того, что погода нам всем мешала. Ребят, давайте каждые полчаса какой-то дождь, как сейчас. Вот, и пора бы уже закругляться, потому что он все сильнее и сильнее. Поэтому я хочу всех поблагодарить, кто стоял, поддерживал всех аплодисментами. Также у нас здесь есть просто все просто, кто только возможно. Ребята с эстетики. Ребята, которых вы можете часто видеть на эстетике. Вот. Есть Калуга. Калуга. Сам вот Эвкинг там. Все просто. Тверь, тяга. Я не знаю, я, возможно, кого-то забыл, но... Курск забыл! Курск забыл. Гоп-дроп забыл. Ребят, знаете, что я еще скажу? Я поддержу сейчас Диму, он чуть-чуть запинается, может быть, чуть-чуть не готов, он в суматохе полный. Вот все это организовывал, в принципе, вот Димон. Вот, я вообще не понимаю. Димон, я считаю, что это не гость. Ребят, тихо, поддержите, пожалуйста, вот... Ну, я очень, вот, может, нагло выскажусь. Поддержите нас. Скажите, что это не дождь, это слезы закрытия этого сезона. Да. Соленый пиздец. Спасибо.